Здравствуйте! Сегодня в магазинах очень часто можно увидеть льняную кашу с различными добавками. Сегодня я расскажу, для чего она. На самом деле на Руси в каши всегда любили добавлять семена, травы, овощи, фрукты. Лен, он полезен всем людям. И пожилым, и молодым, и людям среднего возраста, а особенно тем, у кого есть проблемы со здоровьем. Льняное семя – одно из лучших средств для улучшения работы печени, для чистки печени. Также лен помогает хорошо справляться с желудочно-кишечному тракту. Льняное семя богато микроэлементным составом, поэтому оно рекомендовано тем, кто предпочитает вегетарианское питание, а также сыроедение. Каша готовится очень быстро, в течение нескольких минут. Ее достаточно просто залить водой. Если вы будете регулярно использовать в питании льняную кашу, то вы значительно продлите свою жизнь.